ничего лучше, чем размять мышцы после ледяной ванны. Теперь осталось лишь разжечь огонь, и можно будет что-нибудь поджарить. Может, это и была хорошая разминка. Но откуда ты знаешь, что опасность миновала? Смотрю, ты прямо дрожишь от страха. Раз кротокрысы чувствовали себя тут в безопасности, значит, рядом не было ничего угрожающего. Любой тупица это знает. Ну, народ, присаживайтесь. Сейчас Марвин принесет нам немного дров, и тогда мы разожжем костер. Чего? У тебя проблемы со слухом? Может, мой кулак прочистит тебе уши? Иди за хворостом, иначе не получишь еды. В чем дело? Видишь тех падальщиков на тележке? Эти причудливые особи, пока что неизвестного происхождения, появились на острове несколько недель назад. Как только я узнал о них, то приказал Кардену уничтожить всех особей. К сожалению, с каждым днем их становится все больше и больше. До сих пор мы лишь лечили последствия. Но пришло время наконец-то разобраться с причиной. У тебя появилась отличная возможность доказать, что ты не наказание, посланное Аданосом за наши прегрешения. Если захочешь помочь, то поговори с Карденом. У тебя тут много телохранителей. Ты удивлен? Человек моего положения и богатства привлекает много незваных гостей. Воры, вымогатели и шантажисты – это лишь часть из них. Кроме того, с сожалением вынужден констатировать, что моя деятельность требует соответствующей поддержки. Хотя я сам отвергаю применение физической силы, без этих наемников мало кто решил бы возвращать свои долги, то есть занятое у меня золото. Лоренцо послал меня выяснить, что здесь происходит. Думаешь, я поверю в это? Тебя наверняка сюда послал Бладвин, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Я думал, ты главный. Разве похоже, что я главный? Охранники держат меня здесь, как в клетке, потому что я им нужен. В любом случае, зачем я трачу свое время, разговаривая с тобой? Наверняка это одна из ваших игр, чтобы свести меня с ума. Ты не добываешь руду? Моя рука все еще не в лучшем состоянии. Если они хотят заставить меня копать, им придется сделать это силой и на глазах у всех. Пусть все видят, как они заставляют старого, раненого рудокопа идти на смерть с киркой в руках. Мы должны как-то противостоять им. Если мы оставим все как есть, они прикончат нас одного за другим, как Роуэлла на дне туннеля, избитого и покусанного. Подумав, я пришел к выводу, что не хотел бы сидеть рядом с этими стражниками. Эй, приятель, куда это ты собрался? Подожди. Не будешь ли ты так любезен дать бедняку несколько монет? Для чего тебе нужно золото? Знаешь, как бывает, во рту пересохло, нужно чем-то ополоснуть горло. Что скажешь? Извини, ты не будешь пить за мой счет. Вот такой ты друг. Думаю, что тебя нужно научить уважать старших. По-видимому, у тебя свои способы добиться того, что хочет Грейсон. Ты знаком с делом? Знаком. Его превосходительство ввел меня в курс дела с Эвриком. Перед тем, как начнем, позволь кое-что прояснить. Я знаю, ты не можешь позволить себе провалить задание. Возможно, тебе не понравится то, что я сделаю. И если ты начнешь сомневаться в моих методах, нашему сотрудничеству конец. Я сам доведу дело до конца.